Ребятки, всем привет! Продолжаем проходить Rock Herd. И сегодня будем пробовать убить тех боссов в данжах, которых мы не смогли. Первым из них является тень. Мы прокачали навык, я надеюсь, что сейчас мы сможем его убить. У него по-прежнему остался третий уровень. Так, босс ли это? Deep Shadow. Ну давайте попробуем. Я не знаю, блин. Если и сейчас не смогу, то какой смысл был в прокачке? Так, 111 я ему дал, хорошо. Он светится, мне это не нравится. Кину ему оглушающий. Отбросим его. Так, он ко мне достает, я тоже оглушен. Сделаем вихрь. Ну, вихрь на 83 начал его дамажить. По-моему, это стало гораздо больше, чем было до этого. Хорошо оглушил, отбросил и убил. Все-таки прокачка идет в правильном направлении. Отлично, у меня даже половина хп осталось. Мы подкопили броньки, мы подкопили... Так, тихо. Что мне с него дадут? Это еще и сундук мощный какой, ничего себе. Так, а ничего с него не упало, серьезно? Как это? Ладно, пошли посмотрим, что тут еще есть. Да, давай. Че нет? Это все? Это просто тренировочная комната? Серьезно? Не понял. Давайте еще раз посмотрим. А в чем суть тогда? Даже если я через портал пройду, это просто тренинг и все, реально. Я думал, это первостепенно сейчас будет тренировка, а дальше все нормально. Так это вообще не прикольно. Не понимаю. Так. Ну, он использует точно те же навыки, что и я. То есть, в принципе, если это и все, то печально. Хорошо, опять мы его убиваем. Без каких-либо проблем. Опять мы подходим к этому сундуку. В этот раз что-то нам упало. Так, хорошо, все, можно выходить. Да, получается, это и все. Вот реально, и все. Ладно, хорошо, пошли тогда убьем гоблина. С этим мы разобрались, хорошо. А, оказывается, ничего сверхинтересного здесь не оказалось. А, немного расстроен, если честно. Все-таки я думал, там тоже будет серия каких-то данжей интересненьких для нас. Так, по 170, по 140 начинаем наносить им на пятом уровне прокачки. Перед этим на гоблинах пятого уровня проходил дамаг, ну, в среднем где-то 90-95. Ну, 140 и 95, слушай, это есть все-таки какая-то разница, да? Неплохо. Мне нужно накачать, нафармить вещей, чтобы РПшки получить на 200. 270, по-моему. Ну, у меня 70 есть, а вот насчет 200 вот с этим проблем. Я думаю, за прохождение этой данжи мы сейчас получим необходимое количество. Этого мы убиваем. Но вот с гоблинов лута падает много, но в основном это ресурс. Именно по шмоткам очень мало. В основном с них вываливается кожа постоянно. Ну а так как мы пока ничего не крафтим, то этого мало приятно. Но крафта здесь очень много в игре. В игре есть над чем поработать, где зависнуть. Тут над одним крафтом можно зависнуть, и если у тебя очень много ресурса, можно накрафтить различные комплекты. Вот я приглянул, вот по моему уровню пока что подходит только комплект гоблина, но мне на него не хватает ресурсов. Но он мощный. Если у меня меч 65, верхний показатель дает, то там верхний показатель будет давать соточку. Но это очень круто. Это в два раза... Ну, да, это как раз почти в два раза больше, чем у меня сейчас. Но вы видите, падают только ресурсы.
основном все связанное с кожей. То есть, если фарминг кожи нужен будет, то это только подземелья гоблинов однозначно. Их тут падает просто миллион. Так, что у нас тут? Хорошо, зачистить монстров и получить приз. Вот, кстати, в прошлый раз, когда я зачищал, прям вот хорошо мне дали вещей. И неплохих, я вам скажу. Так что вот такие вот миссии, вот это очень круто. Мне нравится. Щит упал. Крутим. Так вот, много упало оружия. Это прям мне повезло сейчас. Очень много дропнулось с них. Посмотрим, что тут. Так, окей. А, кстати, щит я где-то делал, не знаю, и бегаю с одной ручкой. А, что у нас здесь? 76-98. Вот я хотел попробовать. Наверное, я попробую двуруки. Все равно без щита бегал. Нормально же себя чувствовал. Не умирал прям очень сильно. А меч себе... Вот, кстати, неплохой меч. 76-81. И это однорук, если я не ошибаюсь. Потому что я не вижу. Так. Ну так, в принципе, если я сюда еще и щит сейчас поставлю, вот этот лучше будет. Да, так вообще отлично, слушайте. Вот это я дропнул сейчас мечик себе. Обалдеть. Меч, который практически один в один, как двурукий топор. Вы представляете, дамаг? Ну, все, сейчас я этих гоблинов разнесу. У нас прям, я думаю, будет победный выпуск. Тень мы убили. Сейчас этого гоблина мы убьем. Давай, 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 давай. Я готов, давай. Иди сюда, суслик ты японский. Так, как тебе такая вертуха? 170 прошло. Обалденно, но прошло не ему 170, правда. Но тем не менее. И все равно я с одного удара не могу их вынести, понимаешь? Так, ну должен взять. Давай-ка ты постоишь. Отойдешь. Че, не будешь подходить? Серьезно? Ладно, я подойду. Мне так не сложно. Так, эти умирают. Отбросил. Ударил. Ударил щитом. Еще оглушил. И убил. Плюс 400 экспы, шестой уровень, и вы посмотрите на этот невероятно большой сундук за этого босса. Ну, босс был сложным до прокачки, реально. После прокачки босс вообще не сложный. Crystal Trees Box. Окей. Так, мне гоблинский щит дали... рецепт на гоблинскую катану, 243 голды и ключ на босса Грейджинова. Так. Мне аж прям любопытно, что это должен быть за босс такой. Что это, не разбивается, да? Ну ладно. Так, есть грейдженные боссы. Но на грейдженного босса должна быть и прокачка соответственная. Так, сколько золота? 379. Ну, неплохо. Приятно. Так, хорошо, давайте посмотрим, что там мне за доспех дали. Так, плюс 21. У меня плюс 12. И тут больше плюшек идет. Меняем. Ну, плюс это рарный. Уникальный. Не рарный, сори. Так, и рарный щит мне пал... 25, а тут у меня 19. И плюс тут же, конечно, больше плюшек. И, как вы видите, это же с комплекта гоблина. Хорошо, поставим. Так, это мы зафиксируем, потому что у меня есть привычка все продавать. Хорошо. А шлем бы где-то выбить, но пока нигде не встречался. И бижутерия, но на бижутерию я уже нашел рецептики. Только нужно дождаться уровня. Бижутерию можно цеплять с 13 левела. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.